я открою. Да нет, ко мне. Мам, у меня внеклассное занятие. Я открою. Босс, ну вы даете. А как же медовый месяц? Или не греет? Ален. Давай без фамильярности. Да ладно, мы же здесь одни. Ну и что? Это не имеет никакого значения. Никакого значения? Совсем? Ладно, ведь я ни на что не претендую, как и договаривались. Но ты мне кое-что обещал. Что обещал? Забыл. Поездку в Рим. Ален, что ты несешь? Я уже женат. Он с женой даже никуда не ездил. Ну и замечательно. Начнешь новую жизнь, а закончишь старую в Риме. Так, Алена, послушай меня внимательно. Я благодарю тебя за все, что было, но между нами все кончено. Это ясно? Ясно. Подожди. Не обижайся. Ладно, хорошо, давай туда и обратно. Ладно, пойдем. Иди ты первая. Кстати, вот эту книжку выбрал, можно? Да. Благодарю. Смотрите, я, в общем, принесла все, что вы просили. Угу. Тут есть на эскизах, у меня в планшете, но в основном все на флешке. Вот, спасибо. Сейчас я... Целый арсенал. Ага. Я думаю, флешки будет достаточно. Да? Угу. Вот, тут еще. Так. Ну. Угу. А вы уверены, что хотите заниматься созданием сайтов? Маркетингом? Маркетингом? Ну, маркетингом, как угодно. А что, все так плохо? Ну, слишком много креатива. Я бы даже сказал, самодеятельности, что ли. Вот, в дивергентной стадии довольно много вариантов, а в конвергентной их практически нет. Ну и вы используете в основном растровую графику. Слушайте, ну мне кажется, что вот она как раз-таки креативнее и даже как-то посложнее, чем векторная. Вы уж меня простите, пожалуйста, за слово креативность, но как бы я просто не искала легких путей, вот. Ой, Бырочка. Может, чаю? Мам, ну мы только начали. Или... А, нет, спасибо, что вы. Я вот так ваше время занимаю. А мне еще к сестре бежать надо. Она мне 2 месяца как замуж вышла. Вот сегодня праздничный ужин устраивает. Здорово. Спасибо. Нина Николаевна. Нина Николаевна, да, я. Давайте заниматься. Спасибо, мам. Спасибо. Да. Все-таки у вас хорошо. Сама себе завидую. Виктор замечательный. Когда уже наконец свадебное путешествие? 2 месяца прошло. Сами не понимаем. У него столько дел. Представляешь, сразу после свадьбы уехала на конференцию. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Давай. Каждый день новые вещи, украшения, цветы. Класс. Слушай, ты же хотела учиться. Ты мечтала. Пусть он вместо всего этого барахла лучше обучение тебе оплатит. Знаешь, я так счастлива сейчас.
ты не помнишь уже, родители умерли, все же на мне осталось. Я не говорила тебе, но я постоянно находилась в каком-то, ну, напряжении. Я должна была все контролировать, заботиться о тебе. А сейчас я осознала и почувствовала, как это, когда не ты заботишься постоянно, а заботиться обо мне. И я как-то так от этого расслабилась и поняла, что есть какие-то вещи, которые важнее, чем карьера. Тогда я за тебя очень рада. Вообще раньше никак не мог вырваться. Жаль. Как пахнет. Ой. Привет. О, гений компьютерной клавиши. И ты здесь? Да. Ужинать будем? Конечно, я очень голодная. Давай, иди сюда. Ой, спасибо. Не торопись. Тима. А что у нас здесь для голодных цыплят? Что это такое? Это же винчестер. Спасибо. Ты как узнал? Он все знает, даже страшно. Ой. Хорошо дома. Спасибо. Держи. Налетай. Все в восторге. Куда же вы исчезли, моя спасительница? Я пытался еще раз записаться к вам, но в салоне сказали, что вы там больше не работаете. Потому что я вышла замуж. О, класс! Кстати, мой муж. Ух ты! Супер! Супер! Я же не понимаю, что с тобой происходит. Хочу тебе как-то помочь. О чем вы договорились? С кем? Что он от тебя хотел, а? Вы вообще давно знакомы? Кто он тебе? Кто? Кого ты имеешь в виду? Того мальчика, с которым я танцевала? Так я его просто стригла и придумала ему имидж. Он меня за это благодарил. За что благодарил? Я не понял. За что он тебя благодарил, а? За что благодарил? За имидж! Я не понимаю, почему ты себя так ведешь? Что я такого сделала? Я не понимаю. Я не могу с тобой разговаривать в таком тоне. Я ухожу.
Прости, Рома. Прости меня. Раная, прости, пожалуйста. Я дурак. Я тебя напугал, да? Родная, прости, что мне сделать? Я не могу тебя потерять. Я слишком тебя люблю. Я просто подумал, что вдруг ты исчезнешь, и я не смогу, понимаешь? Я этого не вынесу. Я поняла, все будет хорошо. Все хорошо. Мы это уберем, мы. Все будет хорошо. Я не злюсь на тебя. Прости. Стой. Этого больше не повторится. Я тебе обещаю. Просто одна мысль, что ты могла. Я не могла. Я тебя напугал, прости. Все хорошо. Все уберем. Коллеги, а вы знали, что у Альфа Кондюра... Пока. Все, пока. До свидания. Коваленко! Здравствуйте. Вот. Вчера ушли. Забыли. Точно, я забыла вытащить. Спасибо. А у меня серебончик есть, смотрите. Подарили. Мне теперь точно все поместится. Круто. Поздравляю. Спасибо. Ну все, хорошего дня. Счастливо. Борис Александрович, я же совсем забыла. Я на самом деле там немножко доработала, вот, исправила, и я бы хотела прийти снова вам показать. Мне важно ваше мнение. Ну, конечно. Приходите, мне самому с вами интересно. Да? Да. Отлично. Спасибо большое. До свидания. А вы, коллега, не промах. Не понял. Ну, все вы поняли. Хорошая девочка. И вот сюда, вот. Все? О! Ну, слушайте, прирожденный меня водитель. Добрый день всем. Просим прощения за опоздание. Мы с супругой. Здрасте, какие милые собачки. Так, ну, о, я к мужчинам. А можно мне на руки взять одну? Спасибо. Очаровательный у Витька парикмахерша, сам гонь ее постригся. Не наглей. Не первый в очереди. Да, конечно, только после вас, Николай Степанович. А вот Николя нам ее и приведет. Ну-ну. Добрый день. Привет, Николай Степанович. Приветствую. О, с покупочкой. Да, спасибо. Не желаете опробовать? Обязательно, а как же. Николай Степанович, после вас. Спасибо. О, господа, посмотрите, успех. Я проверю жену пока. Вить. Да, Светлана Анатольевна. Прекрасный выстрел. О, спасибо. А я смотрю, ты, Витюша, действительно остепенился. Поздравляю. Спасибо. Ты знаешь, действительно хороший выбор, а главное, надежный. А поможешь мне по старой дружбе записаться к ней на стрижку? Я слышала, она выиграла типа там какой-то конкурс парикмахера. Моя жена больше не работает. Что ты говоришь? Какой заботливый муж. Жаль, очень жаль. Ничего, не жалейте, Светлана Анатольевна. Снежана, вы просто фея. Русалка. Хотите, я вам что-нибудь выпить принесу? Нет, не стоит, спасибо. Да вы не стесняйтесь. Мы здесь все свои, все как родные. Идемте. Идемте. Вы же еще не со всеми знакомы. А хорошей жене положено знать окружение мужа. У нас тут свои законы и правила. Ну, я вам раскрою все секреты. Вот, познакомьтесь. Здрасте. Олег. Прекрасная шляпка у вас. Максим. Очень рад познакомиться. Собачка вас
такая, ух. Это не моя. Тысяча извинений, но мы с женой вынуждены вас покинуть. Ну, надеюсь, не последний раз. Всего хорошего. Счастливо. Видите, что происходит? Я дурак. Дурак. Ну, ударь меня, слушай. Ну, хочешь, ну, ударь меня. Ты же обещал. Что я опять сделаю не так? Ты не понимаешь. Они все. Никому нельзя верить. А ты такая... Такая у меня беззащитная такая. Доверчивый, тебя так легко обидеть. Ты смеялась, улыбалась, и я чуть с ума не сошел. Сошел. Да, я схожу с ума от одной мысли, что ты можешь меня предать, бросить. Послушай, я так долго тебя искал. Я виноват, я виноват. Ну, счастье мое, ну, прости меня, ты знаешь, ты научи меня, а? Научи меня, я пойму. Что ты говоришь? Ну, видишь, он такой, я стараюсь, правда, я стараюсь. Я смогу, ну, поверь мне. Прости меня. Ну, что тут на диване сидишь? Холодно. Ну, эти руки совсем холодные. Пойдем. Ну, прости. Ну, пойдем. Сходи, может, прогулись куда-нибудь. Ну, ты все время дома сидишь. Слушай, сходи, купи себе все, что захочешь, а? Давай. Сходи, тебе очень прошу. А вечером мы устроим праздник. Да? Давай. Прости меня, пожалуйста, прости. Прости. Ну, ты простишь меня, ну? Ну, скажи, что да, иначе мне не жить. Ну, ты меня правда простишь? Ну, скажи да. Да. Спасибо. Спасибо. Я тебя очень люблю. Слушай, я тебе еще докажу, что я не идиот и никакой не тиран. Классно подошло в цвет платья. А как это вообще возможно? Ну а как?
Здрасте. Снежана! Привет, как здорово! Привет, проходи. Ты к нам. Это же макароны называются, да, пирожные эти? Маша, ну какие макароны? Ты что, из пещеры? Это макаронцы. Снежаночка, сюда проходи. Давай в центр, как важная гостья. Давайте. Ну что, за тебя. Давайте. За вас. За тебя. За тебя. Мы сказали за тебя. Что значит за нас? Ну а что ты? Возвращаться к нам собираешься? Ой, нет, 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 нет. Чего? Ну, почему? Чего так? Просто нам не дом. Некогда. Я готовлю. Ну да. Хочешь, я тебе прическу сделаю? Вот. И правда. Пришла такая взъерошенная, беспокойная. А Машуля к тебе прическу сварганит, а ты поделишься секретом своей неожиданной встречи. Какой встречи? Ну, неожиданная. А, ну, это же стрижка твоя фирменная так называлась. Ты что, забыла? Снежечка. Ну, давай за тебя. И пойдем, да? Еще поболтаем, давайте. Я звонил тебе 100 раз. Где ты была? С кем? Для кого-то так вывелось, а? Снежана! Я тебя просил. Ну я же тебя умолял. Я весь день как на иголках. Я работать не мог. Послушай, ну я же тебя просил, детка. Я так ждал этот вечер. Посмотри, я... Посмотри, ну вот, видишь? Ну вот, ну смотри, ну я... Вот эти купил, ну... Детка, ну прости меня. Прости меня, пожалуйста, ну прости меня. Ты мое все, прости меня, пожалуйста. Ты меня слышишь? Снежана, ну прости меня. Прости. Прости меня. Привет, поросенок. Привет. Что ты тут устроила? Совсем без меня не справляешься? Ну? Ах, я соскучилась. Я тебе говорила давно уже. Надо вырабатывать привычку следить за чистотой. Ты только этим питаешься? Да. Давай, бери швабру в руки, будешь мыть полы, и я помою. А ну погоди. А что это у тебя так? Да ничего такого, ударилась просто и все. Ударилась? Так это же следы от пальцев. Глупая история. Ты хочешь это слушать? Женщина какая-то в магазине, помешанная на шмотках. Думала, что я ее платье хочу купить. Взяла меня, схватила, оттащила, да и все. Тебе бы только заговорить меня и не заниматься делом. Давай. Подожди, ну я думала, мы сейчас с тобой попьем чай, мы сядем, я тебе покажу свои новые работы. Давай придешь к нам и покажешь. Мне в 6 надо быть дома. Так что... Почему в 6? Тебе же комендантский час. Просто я еще не разобралась в каких-то моментах семейной жизни. Все хорошо. Давай. Швабру в руки и будем работать. Ты такой красивый. А забыла о нашей дате. А я помню. Сегодня как? Год мы с тобой вместе. Давай займем. Свет, ну... Ну, это прекрасная дата. Давай, 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 за нас. Свет, я давно тебе говорил, нам надо поговорить. Боже, какое вино вкусное. Давай, поговорим. О чем? Послушай. А в гостинице или у тебя? Да нет, Свет, ну, сейчас не лучшее время. Времена всегда одинаковые. Время немножко изменилось. Витюш. Нет, Свет, пересоединяйся. Ну, какие? Привет, родная. Фух. Ну и денек сегодня. Заседание прошло блестяще. Ты бы мной гордилась. А что тут сидишь? Ты меня ждешь? Смотри, что я тебе принес. Я видела тебя с женщиной. Это со Светланой, что ли? Ну и так мы зашли в обеденный перерыв перекусить. А что ты не зашла? Это Светлана Анатольевна, жена нашего генерального и... Поэтому вы так страстно целовались? Ладно. Хорошо. Допустим. Ну и... Что ты себе придумал? Только не надо оправдываться. Оправдываться? Мне? Да в чем? Я люблю только тебя. Ты что, этого не видишь? А это... Дай руку.
взяла только свои вещи. Это что еще за номера? Я ухожу. Так интересно. Надолго? Снежан, подожди. Послушай, вот прямо сейчас решается наше будущее. И только это важно. Ты вообще вспомни, кто ты и кто я. Я работаю, я тебя обеспечиваю. Тебе что еще нужно, а? Ладно, хорошо. Допустим, я по-твоему виноват. Ладно, иди. Пройдись, остынь. Подумай о своем поведении и поскорее возвращайся. Мы завтра идем в театр, ты не забыла? Мариночке, привет! Как ты учебу оплатила уже, а? А работу ты нашла? Или у тебя есть уже кто-то? Слушай, может, ты преувеличиваешь, но он же тебя так любит, я не понимаю. Я тоже не понимаю. В салон я уж точно не вернусь. Надо как-то жить дальше, поэтому устроюсь куда-нибудь. У меня есть одна идея. Мечты же должны сбываться, правильно? А ты, кажется, хотела стать психологом и начать свое дело. Я сейчас не знаю шуток. Мне тоже. Короче, давай мы с тобой откроем клуб для женщин. А что, естественно, возможно. Мы напишем свою программу. Ты будешь обучать их, скажем, визажу. Делать им прически. Ну, а я могу, например, я знаю одного человека, я его попрошу, он 100% поможет, я уверена, и мы с ним могли бы вести курсы дизайна или компьютерной графики, а еще танцы. Ты помнишь, в детстве занимались сальсой? В это время ты поступишь на заочное, обучишься, и потом ты сможешь помогать женщинам реабилитировать их, которые оказались в такой ситуации, как ты. Марин. Для всего этого нужно специальное образование. У меня его нет. Нужно разрешение, нужны деньги. Где мы их возьмем? Я же тебе говорю, ты поступишь на заочное, ты обучишься, а деньги. Мы можем продать нашу квартиру. А на эти деньги мы купим какой-нибудь небольшой домик под офис в каком-то уютном миленьком местечке. И мы будем проводить там курсы. Туда будут приходить эти женщины, мы будем им помогать. Ну давай, давай рискнем, у нас все получится. Послушай, ну сейчас я могу тебе помочь. Смотри, я создам крутой видеоблог. Мы забабахаем офигенную рекламу. Борис Александрович. Да можно просто Борис. Спасибо вам, Борис Александрович. Не издевайтесь.
За советы, за вашу помощь. Кстати, Борис Александрович сказал, что он может по четвергам вести у нас курсы. По вторникам. Борис по вторникам. По вторникам, супер. Да. Слушайте, я даже маму еще сюда привел бы, если вы не против. Она у меня классно шьет и могла бы тоже преподавать. С удовольствием. Хорошая идея. Отлично, я очень рада. Слушайте, а как вы вообще планируете назвать это предприятие? Надо же вывеску придумать. Пока не думали. Не знаю, мне ничего в голову не приходит. Да ты не думала. Сейчас есть у меня одна идея. Я-то нашла вывеску от бывшего хозяина. О! Стильная. И есть одно маленькое дополнение. Сейчас. Так. Руки вверх. Пожалуйста. О! Стильная женщина. Стильная. Ну? Женщина. Жди-ка. А если... Вот. Так. Так. Сильная женщина. Мне кажется, это лучше. Хорошо. А, в общем, так длилось 10 лет. Ого. 10 лет выброшенных из жизни. Я завтра подаю на развод. И я счастлива. Правда. Я живу, дышу. Мне ведь всего 37. Спасибо, что выслушали. Давайте я. Ну, всем привет, я новенькая. Я пока еще не решила. Ну, все хорошо, у меня семья, дом, двое детей. А, правда, хотелось бы чему-нибудь научиться, кроме кухни, конечно. Научитесь. Просто слушайте, что говорят другие, и научитесь. Хорошо, спасибо. Можно? Я в девочке в третий раз замужем. Ого! Только, ну, не подумайте, что я какая-то там... Три раза по любви, правда. Ну, и я зарабатываю неплохо. Но третий, он тоже на мне ездит. Может, это какая-то карма, вот... Встречаемся, все окей. Цветочки, ресторанчики. А только вот штамп в паспорте... И опять все по кругу, я пашу как лошадь, а они, вернее, он, то работа не та, то зарплата не та, очень любит болеть. Вот насморк и сразу на диване. Ну, короче, что первый, что третий сидят дома. Вот это что, это комплекс жертвы? Ну, в общем, да. Давайте, наверное, поговорим об этом, о комплексе жертвы и вообще о наших комплексах. Ну и вообще, о чем мы тут поговорим. Давайте. Очень рада была вас видеть. Спасибо, что пришли. Ну что вы, это вам спасибо. Вы не представляете, как вы помогаете. Спасибо большое. До свидания. До встречи. До свидания. Всего хорошего.
Зачем ты пришел? Я собираюсь подавать на развод. Я тебе об этом написала. Ты получил? Когда ты вернешься? 2 месяца прошло. Зачем ты это делаешь, а? Ты же знаешь, я без тебя не могу. Зачем ты меня мучаешь? Давай мирно, спокойно разойдемся. Ну, ты же понимаешь, что у нас не получилось. Что не получилось? Что не получилось? Что не получилось? У меня все получилось. Я люблю тебя. Мне никто больше не нужен. И не думай о разводе. Ты даже не думай об этом. Я тебе не дам развод. Девочка моя, я жить без тебя не могу. Я есть без тебя не могу. Я спать без тебя не могу. Снежана, я дышать без тебя не могу. Ты моя жизнь. Перестань. Снежана. Ну что девочка, ты делаешь? Девочка. Что ты делаешь? Я уничтожу твой притон. Я его уничтожу. Ты моя жена! Ты должна вернуться! Снежаночка, мы там все убрали уже. Закрыли. О. Спасибо, не стоило. Я бы сама убралась. Это Виктор. Мы как раз с ним говорили о разводе. Да, слушай, ну не смешно уже. Ну что ты прям шутишь все время. Здравствуйте. Очень заработалась приятно. Совсем же. Я вот сижу дома один, как казанская сирота. Подкаблучник. Да. Ну все, мы договорились, да? Я тебя жду дома, да? Ну вот. Приятный молодой человек. А вы, Снежаночка, как-то совсем уж. Ну ничего, все наладится. Ну что, пойдем? До встречи. До свидания. И что он тебе говорил? Так вот, получается так, что общество реагирует чаще всего на физическое насилие. И это понятно. Но многие даже не представляют, сколько разновидностей неявного насилия существует в нашей жизни. Как внутри семьи, так и вне этой семьи, в повседневной жизни. Поэтому очень многие воспринимают насилие как особенности характера или списывают все это на усталость, на проблемы на работе. Вы можете привести примеры этих видов? Конечно. К примеру, эмоциональное насилие. Вот молодец, Снежа. Профессор, так и добилась своего. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из... Ой, хоть бы не на своем личном опыте. Как, например, такое? Ты как-то странно себя в последнее время ведешь. Или ты прямо как твоя бабушка, потому что у нее все начиналось точно так же. Вот что чувствует человек, когда ему говорят такое? Скажите, вы когда-нибудь слышали о таком понятии, как газлайтинг, то есть эффект газового света? Нет? Ну, проще говоря, это культивирование и подчеркивание неадекватного поведения партнера. Да, порой это бывает не просто признаться, что при всей успешности ты жертва. Вот именно. То есть, чаще всего, говоря о домашнем насилии, мы произносим это эфемерное понятие «жертва». И как бы отделяем себя от этого понятия, от проблем. Вот в нашем клубе мы как раз-таки прорабатываем такие вещи. Мы учимся понимать себя, партнера, взаимодействовать друг с другом, не замалчивать проблему, не скрывать своих чувств и не стесняться их. И, конечно же, эффективно бороться с любыми проявлениями насилия и его последствиями. А что вы скажете на то, что под маркой вашего клуба действует притон для мужчин? Что? И тому есть неопровержимые доказательства. Прошу микрофон. Есть фотоматериалы. Спасибо. У меня есть доказательства. Прошу вас. У меня есть доказательства. Вот.
Эта дама сводница. Пожалуйста, заявление свидетелей. Простите, а спасибо. Могу я взглянуть, потому что я... Конечно, можете. Конечно, конечно. Пожалуйста. Кто ты писал все? Что это? Сказка Завадская. Пройдемте с нами. Забирайте ее, забирайте. Правильно делаете. Пожалуйста, разберемся. Неожиданный поворот в нашем прямом эфире. Я прошу всех успокоиться. Спокойно. Я обещаю, мы будем внимательно следить за ходом событий и сообщать обо всех мельчайших подробностях.